В Польше расследуют празднование дня рождения Гитлера. Польские правоохранительные органы открыли дело по факту празднования дня рождения Адольфа Гитлера, которое организовала общественная организация «Гордость и современность». В Польше началось следствие по делу о публичной пропаганде фашизма организации «Гордость и современность», сообщает польское радио. Напомним, в субботу, 20 января, телеканал ТВН опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, которые устроила «Гордость и современность». В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия. По приказу генерального прокурора Польши Збигнева Зебро прокуратура в Катовице возбудила следствие по делу о публичной пропаганде организации «Гордость и современность» фашизма или другого тоталитарного строя, а также обладание предметами с тоталитарной символикой. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил в Твиттер, что пропаганда фашизма и других тоталитарных режимов является не только нарушением польского законодательства, но и надругательством над памятью предков. В Польше нашли нацистскую капсулу времени. Ранее в Польше судили двух украинцев за демонстрацию нацистского приветствия перед памятником на территории бывшего концлагеря Майданик. По материалам сайта newsgro.com.